для вас в одной передаче все самое яркое, красочное и интересное. Каждый месяц наши самые активные и творческие ребята будут пробовать смастерить что-то своими руками. В этот раз они побывали в гостях у очень талантливого шеф-повара и даже попробовали себя в роли поварят. Между прочим, в этот раз и я попала на этот увлекательный мастер-класс. Что из этого получилось, смотрите в нашей рубрике «Мини-мастер». Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы проводим необычный мастер-класс и готовим из сезонных фруктов. Наш десерт называется «Длинное облако», и мы готовим сегодня вместе с детьми. Ровненько вот так ставь туда до конца и под углом 45 градусов. По чуть-чуть вот так снимаем. Длинное облако, оно должно быть такой красивой корзиной, которую туда будем вкладывать все фрукты нарезанные. Длинка стоит, он все время шатается. Чтобы не шататься, что надо делать? Надо внизу делать ровный отрез, чтобы он ровненько стоит. Вот слегка вот отрезаем, вот так. И он у нас стоит. Я очищаю мякоть, чтобы сделать из длинной что? Корзиночку. Молодец. Я очищаю мякоть, чтобы сделать из длинной корзиночку. Молодец. У нас дыня получилась в форме корзиночки. Берем вот длинную корзину, отложим в сторону. Да, вот так. Возьмем яблоки, делаем пополам его. Сможем? Молодцы. Сейчас смотрите, что надо сделать. Вот эту серединку можете снимать? Умеете? Сейчас начинаем очищать мандаринчики. Все, что делаем априкос? Делаем пополам, удаляем косточку и кладем в тарелки, где у нас все заготавливается для этой корзины. И у них, кстати, у всех получается по-разному. Вот у кого-то скорость, у кого-то техника, у кого-то более вот такой, знаете, вот так, аккуратность. Мы сейчас все это, что не нужно, убираем и начинаем детьми нарезать все фрукты для корзины. Нарезали дыню, мандарины, абрикосы, нектарин, яблоки и сливу. Значит, у нас уже длинное облако почти готово, осталось нам украшать. Разными вкусами соусы. Нам понадобится мята и сахарные пудры. Сейчас открываем печенюшки. Вот эти бисквитные палочки равномерно вставляем вот сюда. Она такая ароматная и аппетитная, что мне прям хочется это съесть все прям. Я думаю, что сейчас нам не хватает только ложек. Да, насмотрелся я на ваши кулинарные шедевры. Даже аппетит разыгрался. Ой, у меня, кажется, конфетка с собой была. Хочешь, угощу? Карапум. Смотри, Саша, тут, кажется, верблюд нарисован. Я знаю, это мои любимые конфеты. И верблюдов я тоже люблю. Ты любишь? А много ли ты о них знаешь? Например, где они живут? В пустыне, конечно. Это каждый ребенок знает. Кстати, предлагаю проверить, каждый ли ребенок знает,
где живут верблюды? И вообще, много ли они знают наши дети? Представляем нашу рубрику «Чудо-чадо». Такой гордый, плюется иногда. Он из песка носит в горбах водичку себе. Он коричневого цвета, бледного такого. Желтый, но большой. А мне так кажется, он лед маленький. Маленький? Да. А у него есть горб? А? Нет? На спине горбы. Такие большие комочки. У него три копа. Он горбатый, потому что он катает людей. Верблюд кусает листья. На обед он жрет колючки. Или банан. Наверное, верблюд любит сладости. Опять мороженое. Он сладенькое не любит, просто еду. Мне кажется, верблюд живет в книжках. Он в пустыне ходит. Я знаю, что верблюд живет в Африке. Верблюд живет в доме. Верблюд зовет кола ворота. Я думаю, что верблюд живет в зоопарке. Покажи мне, как оно скалывает. Мяукает, но рычит. Но верблюды же не разговаривают. Никак. Он просто вот так. Верблюд бывает недовольный, потому что его может кто-то разозлить. Верблюд недовольный, потому что у него нет воды. Недовольный, когда его ругают. У него друзья одни верблюды. Верблюд, наверное, дружит с Чебурашкой. Он не успел ни с кем подружиться, его поймают за пах. Но он же один входит по клетке-то. Верблюд вот так сердится. Верблюд сердится вот так. Радуется вот так. Вот так, Саша. Оказывается, верблюды живут в сказке, дружат с Чебурашкой и очень любят мороженое. Забавно, не спорю. А вот Юля Березуцкая знает, что на самом деле любит верблюд. Она побывала у него в гостях. И теперь готова все, что узнала, рассказать вам. Смотрим наш следующий сюжет. Всем привет! Сегодня мы пришли в гости к одному из самых удивительных животных на планете – к верблюду. Нашего верблюда, который живет в зоопарке Ромашково, зовут Яша. О выносливости верблюдов знают все. Говорят даже, что под всадником верблюд может пройти больше 100 километров в день. Вот интересно, а как до нас добрался Яша? Неужели своим ходом? Давайте об этом спросим директора зоопарка Инну. Яша родился в Астраханской области, далеко от нас. Потом он поехал в город Пермь. И уже из Перми, в возрасте 2 лет, он приехал к нам. Приехал на транспорте, потому что пешком, ясно дело, на такое расстояние не пройдет. Ехал достаточно комфортом. Как только машина затряслась, он аккуратненько лег и проспал всю дорогу. А как ему у нас живется? Ведь в природных местах его обитания довольно жарко, а у нас бывают очень холодные зимы. Наши суровые двугорбые верблюды, как наш Яша, приспособлены к совершенно разным условиям. Они переносят исключительный перепад температур от жары днем в пустыне до плюс 50 градусов, до холодов, до которых опускается температура до минус 40 градусов, это зимой, ночами. Зимой верблюды очень пушистые, волосатые. Длина шерсти на груди и на шее достигает 15-20 сантиметров. От одного такого верблюда с одной стрижки получают в среднем от 6 до 10 килограмм шерсти. Только из 1 килограмма шерсти можно получить 2-3 вязаных свитера.
Сейчас мы Яшу не стрижем, мы замечательно его просто вычесываем. Мы его постригли один раз, когда он только что приехал и из-за смены обстановки не смог нормально пролинять. А сейчас мы вычесываем, шерсть отдаем на переработку. Из них получаются вот такие замечательные носочки. Известно, что верблюды могут выживать без воды до 2 недель, а без пищи до месяца. Но в нашем зоопарке Яше голодать так долго точно не дадут. Редкий посетитель не захочет угостить его чем-нибудь вкусненьким. Кстати, а что Яша любит больше всего? Наш Яша вообще очень прожорливый, любит практически все. Для него в зоопарке разработано специальное меню. Основной его корм – это обязательном порядке сено, причем разного качества. Ему обязательно нужно получать грубую волокнистую пищу, то есть это какое-нибудь такое стеблистое сено. А также он любит овощи и фрукты. У верблюдов 38 зубов. Причем внизу зубов больше, чем наверху. 22 внизу. И всего 16 на верхней челюсти. Бытует мнение, что в горбах верблюда содержится вода. На самом деле это миф и заблуждение. В горбах верблюда содержатся запасы жиров, которых ему хватает как раз на долгие дни голодовки. Если у горба у верблюда стоят вертикально вверх, значит он упитанный в хорошем состоянии. А у плохого верблюда, у больного, истощенного, горбы будут висеть. Сразу видно, что нашего Яшу в зоопарке кормят хорошо. Зоопарк – это основное место работы Яши. По выходным он подрабатывает, катая в городе детей. Наличие двух горбов очень удобно при верховой езде. За один из них можно держаться. На этом у меня все. Всем пока. А я поехала кататься. Да, очень познавательно. И вообще, отлично у нас сегодня получилась передача. Согласна. А как ты думаешь, мы встретимся в следующем месяце и будем снимать следующий выпуск программы? Очень надеюсь, но я не могу заглянуть в будущее. А вот герой нашей следующей рубрики, наверное, знает все. Ой, это как? Просто они снимали рубрику «Звезды говорят» и теперь могут рассказать, что ждет каждого из нас. Каждый ребенок – это маленькая звездочка и яркая индивидуальность. Мы способны затмить своими талантами любую звезду на небе, но иногда и нам стоит прислушаться к тому, что говорят звезды. Гороскоп для каждого из нас расскажем прямо сейчас. Если твой знак зодиака Овен, то в этом месяце ты сможешь сам за себя постоять и дать отпор любому обидчику. Только сам не лезь в спор, не задирайся. Тельцы, если сможете помочь кому-то, то в мире станет сразу на 2 счастливых человека больше, потому что ты и сам будешь рад своему поступку. Так что вперед варить добро. Близнецы в этом месяце приятно удивят и родителей, и педагогов своими оригинальными мыслями и отличной логикой. Знания будут даваться очень легко. Воспользуйтесь этим. Твой знак зодиака Рак? Тогда ты обязательно захочешь оказаться в центре внимания. В ход пойдут любые приемы – обаяние, интеллект и знания. Надо сказать,
Если заслужить похвалу, у тебя получится. И вы в этом месяце станете ласковыми котятами. Вы будете вызывать у родителей безграничную нежность. И сами станете отвечать им тем же. Иногда неплохо побыть мягкими и пушистыми. Маленькие девы станут чрезвычайно любознательными, а их остроумные шутки будут веселить окружающих. Самое время учиться чему-нибудь новому. Если ты родился под знаком весов, то будь готов к тому, что твое настроение будет часто меняться. Вот что будет неизменным, так это удача. Хватай ее за хвост. Маленькие скорпионы будут очень способны и с успехом смогут вывернуться из любых неприятных ситуаций. Но лучше, конечно, постараться в них не попадать. Стрельцы в этом месяце будут полны энергии, а вот контролировать свои эмоции будет сложнее. Постарайся направить свою активность в полезное русло. Козероги, будьте готовы усердно трудиться и самоотверженно воплощать в жизни свои творческие планы. Этот месяц – отличное время, чтобы завести новое хобби. Если ты водолей, то, скорее всего, ты будешь постоянно в хорошем расположении духа. В этот период может проявиться тяга ко всему красивому. Ты, например, можешь подарить маме цветы или порадовать бабушку украшением, сделанным своими руками. Рыбам будет легко поладить со всеми из своего окружения. Не исключено, что в этом месяце у тебя появится много новых подруг и друзей. На этом у нас все. Выбирайте сами свою дорогу. А звезды пусть освещают ваш путь. До встречи. Вот и подошла наша программа к концу. Но мы уже полны новых идей. И с удовольствием будем работать над их воплощением. Всем пока! Пока-пока!